Вот такая вот челочка, да, и вот такие вот кудряшки. Просто обалденный. О, девочки, ну это шикарно. Такая новиночка, это просто супер. Как красиво, мне кажется, это очень классно. Посмотрите, какая челочка. Здесь, естественно, если же вы примерите этот парик, и она будет немножечко длинной, ее можно подстричь. Но я, например, люблю челочки носить вот так вот. Как бы, чтобы даже если парик щелка, я люблю убирать челочки. На бок так, например, мне больше нравится. Девочки, благодаря такому парику вы можете делать класс. Спасибо большое. Покажу вам еще его сзади, чтобы вы посмотрели эту красоту. Спасибочки, девочки все показывают, что круто. Спасибо, потому что мне самой очень нравится. На сайте он будет у нас немножечко позже, но если вам он понравился, вы можете его заказать с прямого эфира сразу. Поэтому делайте скрины и пишите нам в директ. И легкий, очень хорошо держится на голове. Ну, вы видели, что я его ничем не крепила. Поэтому могу как бы... В общем, девочки, если вы хотите идти на танцы, можете идти. Все нормально, все классно держится. Будете просто уверенно вымахивать волосами, и все классно.